Вот здесь, мне кажется, сапоги от Долины как раз подойдут. А, ты меня сейчас поправишь, если не права. Вот где-то на минус 10, потому что, откуда знаю, уже примерила. Смотрите, прежняя цена была 6690. Сейчас 5000 вы сэкономили. 1690 рублей цена. 5000 остаются у вас. Лот номер 77-433. Размерный ряд от 36 до 41. И у нас совсем небольшое количество, около 60 пар всего лишь. Ну вот здесь давайте-ка, друзья, активизироваться, потому что купить себе их надо непременно. Почему, нам расскажет Алена. Да, давай начнем с того, что действительно у нас внутри эко-мех, расположенный абсолютно полностью и на стельке, и по всей поверхности. Эко-мех очень теплоизоляционный материал, который при минус 10 градусах вы можете спокойно носить сапожки, ваша ножка мерзнуть не будет. Очень будет хорошо сохранять тепло. Но это еще не одно, не одна технология комфорта, здесь их просто масса. Ага. Конечно, давай посмотрим с тобой, какое у нас широкое здесь голенище, что очень удобно для людей более с полными икрами. Да и на самом деле очень сейчас модно по типу, знаешь, ковбойских сапожек, то есть если она у вас узкая ножка, но при этом широкое голенище смотрится очень красиво, когда она немножечко так гуляет вокруг лодыжечки. А я знаю, что хочу отметить. Во-первых, что у нас 40-й, 41-й размер уже в ограничении, их мягкость невероятная. Я их здесь ману во все вообще стороны, как только их не выгибала, не разгибала. Причем это же не только так голенище работает, у нас же там еще такие специальные вставочки с тобой, попозже на них посмотрим. Да. Но вот знаешь, сразу хочу заметить, что здесь какая-то очень интересная форма носка такая, да? Форма носа здесь очень расширенная. То есть, действительно, здесь и подъем, и сам носочек широкий. Так. Соответственно, если есть какие-то проблемные зоны, если есть какие-то, может быть, деформация пальчиков или вот вальгусная деформация, то очень будет удобно, потому что посмотрите, какой действительно широкий нос и высокий подъем. Очень высокий подъем. А, между прочим, у нас здесь есть еще платформа, а вот она как раз не очень высокая. Она невысокая. Мы с тобой проверим высоту сейчас. Действительно невысокая и напоминает танкетку. Так. То есть идет цельным, не отдельный каблук, а цельной конструкции. Ага. 4 сантиметра. Ну, почти 4 сантиметра, да. Это очень-очень по ортопедическим меркам правильная высота. А сколько вообще ортопеды советуют на высоту каблука? От 2 до 4 сантиметров. А, ну, то есть мы прям тютелька в тютельку попадаем. Стандарты мы попадаем, да. Слушай, как здорово. А знаешь, мне чем они еще нравятся? У меня полное ощущение, что я держу в руках сапоги из очень дорогой телячьей кожи, итальянской, мягчайшей. Они при этом не деформируются. Что это за чудеса такие? Действительно, очень-очень мягкий материал, эко-кожа, которая, ты знаешь, не будет деформироваться, потому что это эко-кожа, это ее свойство. Она подстраивается под вашу ножку, но при этом не деформируется. Помимо этого, он водоотталкивающий материал, можете спокойно по лужицам бегать. И, конечно же, еще одно хорошее свойство, что за ним очень простой уход. Влажной тряпочкой протираем, он остается таким же прекрасным, красивым. А мне нравится, что при этом мы их очень и очень просто носим, потому что даже если в течение дня вдруг нога отекла, нам ничего не страшно. Здесь есть специальные эластичные вставочки, мы с вами крупно их непременно посмотрим. А еще мне нравится сама необычная форма голенища. Так часто бывает, да, переживаем, что сапоги, то, что называется, подрастянутся и сползут, и будут некрасивой гармошкой. А здесь все предусмотрено, чтобы вы ни о чем вообще не волновались. Я, кстати, вот, ты знаешь, обнаружила вот эти вот чудо-резиночки, и сейчас их во все уже тяну. И какой отличный образ у нашей Катерины. Мне очень нравится. Стильная, модная, молодая такая, задорная. Причем сапоги для всех возрастов у нас, правильно? Конечно, сапоги подойдут абсолютно для любого возраста, потому что это классика и при этом удобство. Хочется, да, посмотреть на дополнительные технологии комфорта, вот которые ты сейчас демонстрируешь. Я нашла, две смотрите. Эластичные ленты. Две эластичные ленты у нас находятся, которые вы сможете потом на ножке. Они будут растягиваться. И давай посмотрим, сколько у нас обхват. Это немаловажно. Всегда у нас спрашивают наши телезрительницы, мы посмотрим, сколько у нас в самой широкой зоне. Ну, пока ты меришь, я сразу скажу, что у нас уже менее 60 пар остается. А это значит, что у нас с вами уже шансов все меньше и меньше. 120 тысяч новых телеконкурентов, помните, за вашей спиной стоят? Вот вы их обгоните. 40-й и 41-й размер у нас уже в ограничении. А давай с тобой замерим голенище и скажи, пожалуйста, как размер выбрать, хорошо? Хорошо, конечно. Итак, у нас получается голенище 38 сантиметров. Это без вот этих вставочек. Это без вставок. Это в спокойном состоянии, то есть когда ножки еще в них нет. 38 сантиметров, это прям очень хорошая ширина. И плюс еще дополнительно у нас здесь есть ленты, которые будут подстраиваться под вашу полноту. Размер мы выбираем размер в размер. С теплым носочком хотим носить, можно взять на размер побольше, болтаться точно не будут. Слушай, мне кажется, с теплым носочком, ты знаешь, их можно прям вот зимой в Москве точно носить, вот если прям шерстяной носок надеть, потому что я сейчас руку поместила, очень удобно и комфортно. Но посмотри, ты вот говоришь про такую устойчивую хорошую
большую подошву. А она не будет, то, что называется, кондовой. Знаешь, когда идешь, и у тебя нога не перекатывается, да, не перегибается, а вот ты носишь их вот так. Нет, вот ходишь, обрати внимание, как я сейчас сгибаю. Очень мягкая подошва, это полиуретан. Но при этом она у нас не будет ни заломов, ни изгибов, ничего. То есть на ножке будет мягко, комфортно, естественно, станет идти. Угу. Будет перекат не жесткий, а мягонький. А при этом, посмотрите, кожа не деформируется, остается такой же прекрасной. Скользить мы с вами не будем. Тут есть протектор. Сапоги Адалина. Лот номер 77-433. Экономия 5000 рублей. Вы могли себе раньше такое представить? На сапоги по сезону 5000 сэкономить. Представляете, сколько всего еще можно купить? И платье берите, и туник уберите.